Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор очищенного никотина. Мерк KGA – один из самых старейших и почтенных фармацевтических и химико-биологических компаний, которая начинала свою деятельность с аптечного киоска с многообещающим названием «Ангел». Семейный бизнес Мерков стартовал аж в 1668 году и позже из одной аптек вырос внушительный фармацевтический гигант. Классическая сотка для электронных сигарет – что это? Это жидкая никотиновая база, которая требует дополнительных добавок для придания окончательного вкуса заправки для сигарет, например, фруктового, ягодного, цитрусового, табачного. Как мы знаем, Европа очень строго подходит ко всем условиям производства и реализации никотиновой продукции. Поэтому никотиновая база от немецкого производителя – это гарантированно качественный продукт. Данная жидкая база для заправки электронных сигарет изготовлена из экологически чистого сырья и включает в свой состав пропиленгликоль и очищенный никотин. По внешнему виду это прозрачная жидкость от розоватого до слегка коричневого цвета. Имеет легкий табачный аромат, что позволяет сочетать сотку с практически любым вкусоароматическими добавками. Преимущество применения таково. Натурально очищенный никотин создает эффект курения, идеально подходит для мягкого курения, не обладает посторонним вкусом, отличная база для создания заправок с фруктовыми ароматами, высокая степень очистки и гарантия отсутствия дополнительных примесей. Вот такой бутылочке мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!